Так, поправил нас. Asus говорит все-таки BO3. Ну что ж, у нас Nuke Mirror. Вновь Asus. Сегодня целый день посвящаем Asus. Уже три турнира отыгрывает. И еще Dusty Rhodes тоже его поджидает на четвертый турнир. Жестенько, жестенько все с этим. Ну что ж, в ближайшее время нас ожидают одни Nuke Mirror'ы. Сплошные ядерные силы. У кого ядер будет круче, посмотрим. Тоже два завода идет Asus. Далеко только пуляет свой основной, то есть на основную прям базу. Ну, в принципе, также и Муслимон на самом деле поступает. Просто это так кажется. Так, с БМчик выходит. И сразу же еще барак строит. Интересно, для чего? Очень интересно посмотреть. Минки. Очень странно, ведь не против Глашника играешь, как бы Нюка. Строить минки. Боится, видимо, что с этой стороны кто-то заедет. Смотрите, как проезжают все БМы. Нет, все-таки решил в атаку пойти. Но на два выстрела выигрывает здесь Asus, поэтому если ничего не сделает, то все-таки... Эх, радиация погибает. Дозер общается с гражданскими и заезжает. Заезжает, посмотрите, а. А, для коробочки это было сделано, барак точно. Для коробочки. Погибает дозер. Ох, если снизу-то погибнет. Ай-яй-яй будет. Срочно убегать надо им, а некуда бежать. И там дозер. И как-то неправильно сделает. Муслимон, ведь мог бы вот сюда подъехать просто. Ой, сейчас уже Муслимон мог взять игру. А теперь технологии позволил выйти Асусу. Технологии есть, отключены здесь и там суплай. Ну, сверху уже добыча продолжается. Так-то что? А, тоже, оказывается, есть технологии. Ждем Лотоса. Обоих игроков. Барак здесь можно построить где-нибудь. Будет здорово. Да, привет-привет всем еще раз. Скоростной овер уже поехал. Айка, здесь один житель, оказывается. Я не вижу барак. Всего 500 баксов стоит. Мне хочется на машинку сначала потратиться. Ну, хорошенько по экономике ударил. Что-то странное. Б. Отремонтироваться, что ли, хочет? И не может никак заехать. Смотрите, какой бедолага. Вот как надо аж заезжать, чтобы отремонтироваться ему.
Две вышки есть, никто до сих пор не захватывает. Ну, вот у нас есть специальный супергерой. А двух китайцев хотим увидеть. А вот одна. И вот, видимо, скоро вторая будет все-таки, наконец-то. Ну-ка, 1500. А, во-во-во, сейчас много денег было потрачено. Но это может быть и овер, а может быть все-таки лотос. Потому что как-то непонятно, сколько было именно потрачено денег. Отвлекается на домик, зачищает, то есть центр. Не знаю, стоило ли. Да, лотос выходит. Кстати, лотос может еще и технику выключить, поэтому можно ее как в бою использовать спокойно. Сжигается вышка внизу, здесь два лотоса встречаются. Кто кого перехватит. Ну, вперед видели. Лотос от муслимона заработал. Поэтому у вас облом. Обломчик. Но ему, по сути, это и не нужно. Ведь вон сколько у него армии. Просто тащить, тащить. А этот юнит может все изменить. Заранее просто разверни пушку и все. Эх, Хеликс. Хеликс всю ситуацию разруливает. И нету опасности большой у Асуса. Вновь вышку перехватывает муслимон. Что, зачем овер отает вывел, когда Хеликс тут летает. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, бункеровочка. Ну. Не знаю, и смысл тогда, чтобы бункер строил. Абсолютно непонятен. Дракон, по сути, ни на что не повлияет. Тоже все довольно-таки ясно. Нас устащит. А что у нас-то падает-то? Интересно. И Джи-Джи сдается. Называется муслимон. 1-0 в пользу Асуса. Впереди еще максимум 2 игры. Но может быть и одна, потому что одной победы не хватает Асусу для прохода дальше. В 1/8. Так, ТД, но Бакскарс. Следующая карта. Снова два ядера. Два ядреных ядра. Снизу на сей раз Асус. Сверху Муслиму.
центр пошел. А сусенок. У меня что-то внизу, по-моему, ссылочка есть. Так, всегда можешь к нам на форум зайти, прочитать, как играть генералы онлайн. Там есть ссылочка Generals Online, просто жмешь. Даже с видосом все есть, то есть даже для ленивых людей, которые читать не хотят, а только слушать, уже сняли видос про то, как играть бесплатно в официальном онлайн-сервере. Ну, также, конечно, есть еще сети в Хамачи, ГР, кто до сих пор в Тангли, и еще какая-то есть шняга. Такс, не продает. Командный центр Муслимон, видимо, хочет обрадовать лечилкой. Да не слишком, все нормально. Справа бункируется Муслимон. И дракон! Нечем, что ли, встречать дракона? Это, по-моему, фаст-слив для Муслимуна. Потому что если завод сейчас потеряется... Да, и вовремя еще БМ-чика подходит. Ну что, потеряется сразу завод? Нет, видимо, на суплай лучше пойдет бить. Тем временем подъезжает. Можно легко на минке. На минке сейчас. Да, здесь теряется. Опа, объезжает Муслимон. Понимает, что здесь что-то неладно, скорее всего, минки есть. Вроде и не проверял наличие минок. Ну и пошел БМ Тасуса рулить. Так. Два трака потерял на один. Ой-ой-ой, видимо, хоткей сбился. На. Фигово. Защищает уже центр. Ох, раненый-то. Раненого-то опасно. Ну, зачем так жертвовать-то, ёлки-то палки. Да, вот, вылечился БМ. Мол, за счет этого затащит Муслиму, посмотрим. Перехват готов. $1500 и $900. Снова траки копают. Но недолго. Технологии пошел. Нижний китаец. Единички эти. Ох, вот это подстава. А сейчас тем более будет подстава, да. Очень неграмотно поступил здесь Асус. Так, 30% против 40. В принципе, на равных идут. Одно маленькое лишь преимущество есть, что центр снабжения еще и присутствует у Асуса в центре. Потому что командник продал. Ну, по сути, такое же преимущество, да, и, можно сказать, и у Муслимона, у него есть командник. Конечно же, как бы сохранился. Тоже плюс. Может быть, пора уже в домик сесть? Да, в домик садится. Нет, не садится, посмотри. А чё не сел-то? А чё в дом-то не сел? Ёлки-то палки. Готов дракон зачищать. Снова БМчик здесь.
Не, у нас турниры по контре не так славятся. Контра это все-таки дисбаланс. Там, конечно, пытаются что-то делать. Там, как правило, все долго. Так, с ИСМ-ку вовремя, слушайте. Оп, и все, суплай живой. Ничего не знаю, суплай жив. Возвращает БМа. Вот, а вышку захватила. Осталось то же самое сделать и Асусу. Вышку захватить. Так, видишь, Лотос недобрая и убегает от поста. Да, переход завода. Но нужно продавать же, все продал. Морозит ИЦМ-ка тоже вражеская. Морозит своя ИЦМ-ка. Ту ИЦМ-ку его в итоге танк почти слинял, но не, не успел. А все сливается уже, Асус. Вроде как преимущество в начале уже было. Так, вышку перехватила. Но сейчас надо Лотосом как-то реализовывать победу. Каманик есть уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, заметил. Включается овер, и в принципе, да. Это поможет затащить потери Лотоса. Ага, и вражеский Лотос тоже. Ну, добей, есть. Есть. Лотоса в итоге поменял на овера. Добили дракона. И спокойно уже с центра копает. Муслимон. Бомбардировочка пошла. О, ну если сюда прям. Нет, на суплай, на завод суплай. Сколько тут осталось денег? Только драки. Твоих-то зачем сюда? Перехвачена вышка, две вышки, четыре суплая под контролем у Муслимуна. Плохи дела, плохи. Ищет, видимо, здесь Лотоса. Нет, там его нету. Блин, он сливается уже. А, собственно, все идет к тому, что будет счет 1-1. Надеется на командное повышение. Как-то отлично сброшено, что были. Ну, не знаю, не поможет это все равно, потому что отключенные соплайки будут у Асуса. Даже не построил дозе. Все, GG.
1-1. Вон за мэп у нас следующая карта. Снова двойнюка. Слева у нас стартует игрок Мусульмон. Вон на правой стороне карты Asus. Снова приветики пишет. Играют в два дозера. Так, два завода. Два завода тоже. Аналогично все пока развивается. Нюк БМ и... Скорее всего, тоже выйдет. Или же... Аутпост. Нет, тоже Нюк БМ. Против дракона, который легко разберется. Не знаю, на что надеется Asus. Сын драконом. Против опытных игроков первого юнита дракона выпускать довольно рискованно. О, еще и теряет. Нет, не теряет. Сейчас потеряет, значит. Через верх аж решил напасть. Можем было и дозер, уже сюда подъезжать на самом деле. И сюда уже подъехал Муслимон, посмотрите, а. Хитрец какой. Страдает экономика у Асуса. Да и в целом Асус страдает. Понтовые, беспонтовые дела. Будет ловить. Нет, не ловит. Не увидел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не туда бьет. Муслимон быстрее хочет завод кромснуть. Этого бы я и не заметил. Так, а вот и АОшка.
лысая правда погибает. Эх, не туда, наверное, стрелян. Или, хотя и там раненые. Я отъехал, мол, ни при чем, да? Нет, решил добить. Очень наглый БМ, смотрите. И там по экономике успел пошалить. Здесь тоже убивает все и всех. И снизу тоже суплайку делает муслиму. То есть в экономику ударился. Было бы здорово, если уже была пропаганда у Асуса. То как-то ни туда, ни сюда. Ну, слабенько здесь, защиты никакой же нету. Поэтому суплай лучше уже и продавать, так думаю. Более еще братки едут. И деньги взять на пропаганду, на лотоса в будущем. Вышки-то есть. Что-то вот не ту стратегию реализовывает Asus. Но и не успел продать. То, что от этого бонуса никакого не получит. Да, спокойно, 2 БМ разбирает. Даже не потерял. Так, и снизу идет бункировочка. Но если еще и здесь забункирует, то вообще только придется отсюда в ближайшее время ходить. Или там ракетчику специально спамить. Здесь уже на защитке 2 БМ есть, поэтому хорошо себя муслим чувствует. 750 у него на счету, 1550 у Asus. И о, какая тактика пошла. Бункер ставил. Количество реактор. Продает ни в коем случае нельзя прям продавать эти реакторы. Да, решил такую тактику победить. В общем, ага, дракон БМ попытается сейчас дозера убить, но не получится. Дракон тоже ничего не выйдет. И сдается Asus 2-1 в пользу Муслимона.